кипает водичка в чайнике. Короче, это день первый. Развлекайтесь. Мы наконец-то дошли до горячего ванн. День же был очень тяжкий, да? Но после ванн всем стало кайфово. После ванн все прикайфовали. Все. Ну, кроме тех, кто не пошел. Йоу. Готов? Готовимся. Осталось завязать шнурки. В общем, у нас ледник Майли, там ледник Колка. А вот там Гиналдонское ущелье, Кармадонские ванны, наверное, не видно. С утра я не ел хлеб, потому что пить хотел сильно. А, нож есть? А сегодня не буду есть. Или будешь сыром? Буду. Ой. Зарубился? Привет! Если вам надо подсказать, как зарубаться, я здесь! Придется принимать на себя камень. Официальное заявление руководителя группы. Капец, ты мне маршрут пришел. Я понял. Пять утра. Какой день? Четвертый день. Это, походу, 14-е. 3500. Кайф тетта. Короче, нормально живем. На тот случай, когда люди спрашивают, зачем тебе это? В общем, на высоте 3500 на подъеме к Казбеку изобрели вот такой водопровод. Внимание! Вот это ледник Майли. Вот там ледник Колка находится. Там Гиналдонское ущелье. Это пик Майли. Там уже высота, вот там 4200, а за ней непосредственно вершина Казбека. Температура воды примерно 4. Там есть 4 вообще? Плюс. У меня руки оледенели. Тщательно науливаем. Если вы когда-нибудь захотите у себя на высоте 3500 сделать что-то необычное, звоните нам, мы обязательно вам поможем. Инженер-механик в описании. Итак, начинается торжественное событие. Праздничный торт. Айда гуран бунан. Айда гуран бунан. Я боюсь их задувать. Давай, давай. Дуй. Она не знает, что они не тухнут. Давай, давай. Дуй, 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 дуй
Дуй! Дуй, чтоб халва не сгорела! Дуй! Аплодисменты! Ура, ура, ура! Высокогорная тенюха, 3500! В общем, у нас вечер 4-го дня, находимся на высоте 3500. Как видите, виды здесь фантастические. Там находятся всякие закатики, все дела. Ну, в общем, все здорово. В 12 часов уже были на этой точке. Весь день занимались тем, что строили водопровод. Купались на 3500, между прочим. Ну и целый день играли на гитаре. Сколько ты хочешь? Не знаю, минут 15. О, поспать. В общем, 4 утра. Высота все та же, 3500. Предлагаю познакомиться с прекрасными видами. Сегодня наша задача подняться на 4200. Это вот тут. Но это божественно. Вот это просто божественно. Вот прямо вот это чужий такой. Знаете самого невезучего типа в мире? Он перед вами, по-моему. О, нет, это не он. Ну да, интересно. Записки нет. Кто перебивает веревку? Просто волну пускаешь, вот смотри, вот она веревка. Просто вот так. Это в руках нужно, потому что видишь, как она висит. Ты на нее будешь наступать. А это сзади. Ага. Понимаю, вообще ничего не видно. За камерой, видишь, у него? И тут же выкладывает, видимо, уже в этот. Да, в Инстаграм. Наверное, любит это открывать, слышишь? Ну что ты пытаешься получить от этой съемки?
Не, ну что ты пытаешься получить это всем? Давид, толкни. Запечатлеть это. Поутру седьмого дня. Как людей это потрепала вчерашняя погода, опухли, немытые, грязные губы на себя. Я всем говорю, чтобы всегда чистые. Этот живчик вообще ничего не опухло, не обветрилось, у него не обгорело. Я потому что он с гор, я здесь рожденный, здесь нормально все чувствую. Он договорился с солнцем, походу. Это не шутка, братан. Ого-го. Какой все?